своими глазами. Ученые назвали наиболее смертоносный вид курения. Самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами из медицинского университета Южной Каролины США, передает Medical Express. Отмечается, у людей, которые курят нефильтрованные сигареты, в два раза повышается риск умереть от рака легких, чем у обычных курильщиков. В целом, вероятность смерти при таком курении возрастает на 30%, сообщает корреспондент. Нет. При этом, по словам ученых, легкие и сверхлегкие сигареты не менее опасны для здоровья, чем обыкновенные. Так курение и тех, и других связывает с 90% случаев рака легких. Пока не ясно, почему именно нефильтрованные сигареты являются наиболее опасными. Это может быть связано с высоким содержанием в них смолы, отмечают исследователи. В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тысяч заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.